Ради нашего спасения Христос поднял подвиг и принял страдания, сходил в самый ад. И мы должны поискать в нашей жизни, где у нас страдания за Христа. В чем мы способны себя стеснить, напрячь себя ради Господа? Если, например, человек не желает поститься в среду-пятницу ради Христа, то о чем-то более серьезном и говорить не приходится. В чем мы способны поступить со своим «я», своими желаниями и привычками ради Господа? Смотрите программу «Апостол» на телеканале «Радость моя». Лена Баскова, эффектная блондинка, меньше всего похожа на солидную Матрону, родившую 13 детей. Столько, сколько Бог дал. А они с мужем Вадимом этому радовались, потому что рождение каждого ребенка прибавляло радости. Половину времени Басковы живут в Москве, а половину в Малоярославце, на своей исторической родине, где еще стоит старый дом их предков, и сейчас строится новый, просторный, где когда-нибудь поселятся внуки Вадима и Лены. А что? Старшие дети уже выросли. Конечно, у них будет свое счастье и свои трудности, но опыт родителей, опыт жизни в большой семье им наверняка пригодится. Смотрите цикл «Мама» на телеканале «Радость моя».